Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий. В новой гильдии я вчера вступил в другую гильдию. Посмотрел видосы, видели, я вышел со своей гильдии. В прошлой Украине, потому что актива мало было, никакого ни фана, ничего, даже воевать. Нифига себе, имба с бесплатки. Воевать тоже было скучновато, что на атаке фортов один раз форты были последние, но когда актив гильдии маленький, смысла вообще никакого нету, идти на форты, ты один там ничего не сделаешь, тебя просто заспамят. Вступил я в новую гильдию, посмотрим, как будет здесь. Викингдом. В общем, будем пробовать здесь. Сейчас выставим немножко деф. Потом буду разбираться с дефом. Менять его, выставлять, потому что надо сделать. Блин, второй день дождь идет. Погода никак не улучшится. Так, сейчас я выставлю хоть какой-то деф и пойдем посмотрим на противников. Что у нас по противникам на этой гильдии? Мы в топ-20. Так. Чтобы не так легко проходили. Сейчас мы тут понавыставляем героев. А потом я займусь дефом, буду делать, собирать деф хороший. Для того, чтобы нас вообще не проходить. Ну, практически вообще такого понятия нету. Если есть у тебя большинство героев, пройти любого топа не проблема на сегодня. Так, лисица. Сейчас повыставляю пэтов, какие есть. Зефир. Так, и вместо Фрея сейчас тоже кого-то влепим с автопроком. Это у нас будет Фрэнк. Где ты, Фрэнк? Где-то я бегал в запределье, по-моему, наверное. Что ПДшки стоят на героях против отражалок. Такс. Дождь, конечно, жесть какой фигачит. Так, надо будет заняться суперпэтами. Так, есть. Деф мы собрали немножко. Так, Фена надо еще убрать, наверное. Вместо Феникса тоже кого-то поставим более интересного. Поставим, давайте, Фобушку. Вот так, вот такой вот у нас будет деф. Сейчас я найму юнитов. Все будут все равно кто-то досольется. Сейчас посмотрим еще по противникам и пойдем попытаемся их пройти. Мне интересно посмотреть, что там за противники, и я уже думаю, буду по чуть-чуть менять деф, буду делать его, возможно, запишу видосик, будем делать тесты, будем стринка нападать, пробовать проходить. Придется на некоторых героях чарки тоже переролить. Так, еще здесь нанять. Забор я пока не планирую, хотя, возможно, добавлю забор, чтобы нельзя было так быстро бегать, проходить. Есть пару интересных идей. Ну, за имением большинства героев, как я сказал, это все изи проходится. Сейчас верну башенки. Обратно это я что-то проходил. И вернем героев. Обратно в центр. Так, окей. Так, ну что, побежали. Будем смотреть, что у нас по противникам сегодня. Так, 2,8. 2,
1.5, 1.32. Окей, поехали посмотрим, что тут на дафе у него стоит. Зефир. Зефир, Спектр. Ну, такой вариант противника, в принципе, не особо страшен. Это тот же вариант, которым я проходил, допустим, у себя. Показывал. Попробуем даже такой вариант сделать. Чисто такими героями пройти, если получится. Ну, думаю, без проблем должны ушатать. То есть это стандартный вариант прохождения любого топа. Феникс, Командорка там была, Ронин, Зефир. И, в принципе, больше ничего особо там и не надо. То есть он тоже, видимо, проходит битву Гильдии сейчас без проблем. Затащили. Что у нас тут? Мастер Рун, смотрю, есть. Фрэнк. Тут повеселей будет. Сейчас попробуем таким вариантом напасть. Не, не вариант. Не вариант, просто ушатали. Вот это, кстати, Мастер Рун тоже хороший вариант. Можете себе поставить на деф. Его тоже надо будет переделать. Так, тут тоже с воодушевлениями. Фрэнк, землеройка. Мэри, правда, я не знаю, с этой стороны она не особо будет заходить. Так, хорошо, что у нас тут? 2, 1.8, 1.5. Сейчас пройдем остальных, потом вернемся к этому. 1.55. Зефир, воодушевление, Фрея, Мастер Рун, Бард. Можно, в принципе, без проблем и бардом проходить. Бард относительно все равно будет много набивать. Так, не вижу, где-то еще одну таблетку можно поставить. Ладно. Давайте сюда зацепим. Сейчас бардика. Проверим их на спектры. Стандартная сборка. А, плюс. Вот так, а на Феникса мы вцепим. И тык-тык-тык-тык-тык. Вот такой вот Феника. Поехали посмотрим, что у нас получится. Ну тут нету воодушек особо, тут только Зефир с воодушками. Можно даже через Зефира сразу же нападать. Спектры вижу, есть все-таки спектры. Ну мы, в принципе, если мы сейчас... Можно было и через Фрея нападать, но мы Фрея и так будем заряжать без проблем. Да, спектр есть, поэтому опасно немножко выкидывать Феникса. Точнее, говорю, Феникса выкидывать нашего товарища Барда. Мы рискнем, как обычно. Посмотрим, что с этого получится. Да, видите, вот Барт отлетает практически. То есть опасно. Ну, в данном случае можно докинуть еще и к нему ворожая. Ну, и ворожая ушатали. Опасно. Вот видите, опасно. Вот Спектр. Реально есть смысл сейчас ставить героем, пробовать со Спектром бегать. Так как... Реально, он кайфово смотрится и на PvP-локациях, и на дефе. На дефе особенно круто смотрится. Непонятно, на ком у нас тут спектр стоит. Ну, в принципе, если можно через барда даже зайти. Если зефира сольют. Что-то они его особо не сливают. Видите, нету недомогания. Спектр есть. А было бы еще недомогание, так бы резался от хил. То есть надо и то совмещать. Я бы Фрая в данном случае ставил бы с талантом, который режет отхил. Тогда бы у нас был все время урезанный отхил. Попробуем сейчас такой вариант. Чтобы быстрее было. Ну, видите, без проблем.
принципе, даже если кто-то и сольется, мы себе свободно, у нас еще есть Барт. Даже таким вариантом прошли. Так, окей, поехали. Попробуем здесь, посмотрим, что здесь у нас делается. Землеройка, Фрэнк. Тут все на воодушевлениях прям. Все прям на воодушевлениях. Но мы можем на ком-то зависнуть. Давайте попробуем на примере на землеройке. Землеройка особо не опасный. Ну, видите, попали. Вот когда точности хватает, то именно оно. Попробуем с ворожаем. Да, ворожай даже подсливается. Причем ворожай у меня собран классно. С уклонениями и все равно сливается. Фобушка сейчас на дефе очень классно смотрится. Попробуем на фобушке зависнуть. Да, ворожей просто отлетает с уклонениями. Барт отлетает. Видите, что делают. Демоны просто. Хороший даф, мастер рун. Забирает энергию. Кайфовая тема. Ну, попробуем на ворожей зависнуть. Получится втроем. Смотрите на Барда. Барт опять практически слился уже. Вообще слился. Спектр тоже стоит. Кайфовая тема. В общем, будем думать некоторым героям ставить спектр. Еще просто отлетает. Ну, конечно, тут герои с воодушевлениями. Но все равно. Такс. Еще поставим наш любимый состав с шансом слива максимальным. Так, кролик, Дрейк, Зефира можно в принципе таким оставить. Так, Командорка. Видите, этим составом донатным не можешь пройти. Взял другие герои, прошел другими героями без проблем. Так, вместо ворожая кого-то сейчас еще поставим. Феникса. То есть против любой расы, по сути, можно было и Фрейю взять. И сделаем шанс слива максимально. Точно такой же состав, плюс-минус, как я показывал первого противника. Что-то немножко урезанное изображение. Так, Дрейка я случайно выкинул первым. Так, ну что, делаем так и пробуем, чтобы Феникс у нас включился. Ну, самая основная задача это чтобы у вас включился Фен первым. Так, отлично, Феникс включился. Отсюда с угла розу. Пока Зефир сейчас юнитов добьет, я надеюсь. Так, добил Командорка. Командорка у нас тоже немножко подбила здание. Запустили Дрейка. И теперь где-то по максималке пробуем слиться. Ну, юнитами добиваем, чтобы уже наверняка у нас поменьше дамага проходило. Давай, тащи! Ребята, шанс слива максимальный. Ну, вот такой вот деф, вот это вот самое хорошее, скажем так, с того, что я видел. Вот это плюс-минус, это фобушка. Единственное, что я не знаю, возможно, бы ворожая тоже убрал, потому что отхила сейчас тоже хватает у героев.
Так, еще один такой же. Окей, бро, поехали. Немножко рановато выпустил, надо, чтобы Франк включился. Эти Феникс никак не может раздуплиться. Очень, очень большая беда эти Фениксы. Вечно с ними проблема. Так, отлично, отсюда этого запускаем. Сейчас по максималочке постараемся добить. Смотрите, сейчас Ронина ушатают нафиг. Да, Ронин отлетел, опасно. Ну, давайте делаем шансливо максимальный, как обычно. Командорка. Вообще просто нас тупо унизили. Дрейк, ты ударишь или нет? Смотрите, даже Дрейк не ударил. Офигеть. Вот это хороший удар. Мне он нравится. Ну что, у нас вся надежда. Вся надежда на эту мега-имбу. Блин, надо было, наверное, через ворожая все-таки кидать. Что-то я психанул и кинул. Через эту. Шансливо максимальный, ребят. А, да, надо было через ворожая закидывать, но в принципе суть не в том. Вот где-то плюс-минус что-то такое я буду у себя, скорее всего, строить. Хороший, да? Мне понравился. А, единственное, я, наверное, попробую ворожая. И здесь Мэри уберу, поменяю, поставлю героя с водушками. Первый шанс слива есть. Отлично. Так, 1.5. Видите, не всегда даже такой вариант спасает. Ну, в принципе, можно было их по-другому раскидать, позаморачиваться. Но кто заморачивается сейчас над битвой гильдии? Скажите мне, кто сейчас бегает и тратит дофига времени? Так, тут у нас тоже фобушка. Тут вроде не настолько все серьезно, хотя... Хотя, все может быть. Нет, тут вроде попроще все. Тут герои даже не дохнут так быстро. Так, этих добили, выпускаем Дрейка, да, видите, здесь все просто изи. Может, и там надо было точно так же кидать сразу всех, не по очереди, то есть, ну, не столь важно. Так, окей. Что-то мы маловато просрали, просрали всех полностью юнитов. В общем, такая вот битва гильдий, буду сейчас думать, пробовать тестировать разные дафы, пробовать героев. Твинк, в принципе, у нас плюс-минус заряженный. Хорошо есть. Будем пробовать им нападать. Посмотрим. Сегодня еще атака фартовья. Не знаю, ли меня на нее пустит. Хотя, в принципе, я зашел до входа, до регистрации. Думаю, должно. Если нет, будем бегать на твинках. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Я побежал. Всем удачи. Всем пока.